Всем привет, друзья! С вами Егор Акадор и со мной Рэнди! И мы сегодня узнаем, что же в этом лесу! Мы должны собрать 10 тысяч лайков, и мы продолжим снимать такие вот крутые видеоролики! Братан, мы собираемся в лес! Погнали! Пойдем! Говорят, что в этом лесу таится какой-то Cartoon Cat. Я не знаю, он очень тайный. Я не знаю, как мы его найдем. Но нам надо быть осторожным, потому что тут слишком много опасности. Друзья, не забывайте еще подписаться на канал, потому что ну как это возможно? Мы снимаем такой контент. Этот лес проклятый. И мы начинаем. Короче, Рэнди, я что-то заметил в этом лесу, много чего есть. Угу. Что это такое? Подожди. О, подожди, подожди, смотри, смотри. Пойдем, вот, смотри, смотри. Что? Я только что кого-то... Кого ты видел? Может, мне показалось, не знаю. Что, тут опасно слишком? Нет, тут реально странный лес какой-то, понимаешь? Может быть, давай пойдем дальше. Мне кажется, что-то тут таится, потому что, ну, невозможно, что в этом лесу никого нет. Нам же сказали, что тут есть Cartoon Cat. Да, но я думаю, это обычный лес. Просто тут слишком много каких-то мусоров, я не понимаю. Подожди! Это что такое? Это деньги? Это... Деньги? Обычные. Доллары? $100? Ты думаешь? Подожди, я вижу вторую. В смысле, какую вторую? Вторую купюру вижу. Вторую? Давай. Смотри, это ведет куда-то. Какая-то дорога. Подожди, может, это какой-то человек потерял, видимо. Думаешь? Я думаю, да. Уже 300 баксов у нас. Очуметь, кто оставил сюда деньги? Я просто в шоке. Ладно. Это ведет дорога сюда. И... Уже сколько? Вон, еще одна какая-то купюра. Давай. Подожди, кто это? Сто. Погнали. Шериф? Подожди. Шериф? Полицейский? А? Кто? Что случилось? Здесь мультяшный кот обитает, уходите. Мультяшный кот? В смысле? Что он с тобой сделал? Он тебя связал? Да. Он меня схватил. Подожди. Заложен. Если... Он же может нас схватить. Бегите! Да. Ух ты, что, мое? Кто это? Во, это он. Ё-моё! Это он? Это он? Да! Это точно он! Чё будем делать? Бегите лучше! Слушай, давай мы тебе... Только мультяшный кот, да, надеюсь? Только мультяшный кот. Только мультяшный кот. Так, нам надо скорее покидать вниз. Так, короче, мы тебя развязываем. И он там стоит до сих пор. Слушай, Адор, как-то уже темнеет, надо нам бежать как бы. Ты думаешь? Да. Так, ты помнишь дорогу нашу? Слушайте, мы потерялись в этом лесу. Я не знаю. Что будем делать? Блин. А? У тебя хотя бы спички есть, чтобы. Слушайте, ну есть как бы деньги. И мы можем поджечь костер. Мы должны как-то выжить. Это же мои деньги, зачем? Ну что, мы должны выжить, мы должны согреться. Ну, это его зарплата, понимаешь? Ладно. Да, как бы. Ничего страшного. Я 2 месяца на эту зарплату копил, чтобы ты знал. 2 месяца? Да. А как? Почему он простроил типа дорогу? Я не понимаю. Мне кажется, что кто-то рядом. Знаю. Кто? Страшно что-то? Ё-моё! Слышь, полицейский, у тебя есть пистолеты? Да ничего у меня нет! На, вот, рация. Он забрал, что ли? Вот, на. Рация? Да какая еще рация? Он идет за нами! Слышь, где твоя дубинка, твою дивизию? А я не знаю! Что будем делать? Да, хотя пистолеты. Мы потерялись в этом лесу! Cartoon Cat! Слышь, пошел вон! Мои подписчики! Друзья, напишите комментарии, что нам делать! Поставьте лайк, друзья! Ё-моё, побежали, короче, убегаем! Убегаем! He's always full of pep. Everybody's going.